Надо в хату, господа русофобы. Спикер россиянской Госдумы Володин решил предстать перед своими же полизами великим знатоком истории. Он заявил, что Польша забыла, кто освободил ее от фашистов. Что Польша существует как государство только благодаря РФИ. А значит, она должна выплатить Русне компенсацию в 750 миллиардов баксов. Как всегда, у меня несколько вопросов. Первое. Почему поляки должны платить Русне за то, что Русня дралась со своим бывшим союзником Гитлером? Второе. Почему поляки должны что-то платить РФИ, которая в годы Второй мировой еще не существовала? Третье. Почему поляки должны платить идеологическим наследникам тех, кто в 1939 году оккупировал половину Польши, убив при этом 3500 и сгноив в концлагерях ГУЛАГа треть миллиона мирных поляков? По мне, то, что поляки, мягко говоря, недолюбливают Русню, вполне так оправдано. Ну и как завершалочка. В свое время Московское княжество было самым задрипанным и нахуй никому не нужным куском какого-то торфяника. Это было настолько говняное место, что его даже никто не хотел завоевывать. И вот оно потихонечку загнивало в своем величии, постепенно теряя людей, и так бы и сдохло. Но тут пришли монголы, которым кровь из носу нужен был свой человек на захваченных территориях. И, естественно, они моментально нашли коллаборантов. За счет войск и денег Орды московиты приподнялись над всеми вокруг, написали себе происхождение от славян и переписали на себя Русь. Ну и стали в итоге тем, кем стали. А теперь они упорно отрицают существование Орды, потому что чуют, что это нехило так ёбнет по их авторитету и самолюбию. А еще кто-нибудь может внезапно потребовать компенсацию за то, что РФИ существует только благодаря Монголии. Ну или еще поближе к Казахстану.